Всем привет! С вами Станислав Козловский, и я являюсь преподавателем курса Unreal Engine 5 школы Architech. В этом видео я покажу процесс создания вот таких атмосферных картинок и анимации в Unreal Engine 5. Создаем проект. Персонажа я выбрал от первого лица. Это не принципиально, можно выбрать от третьего лица, на ваше усмотрение. Добавляю несколько ассетов, которые, возможно, мне понадобятся в работе. В открывшемся проекте удалю всю стандартную геометрию. В выбранной коллекции я беру большого размера модели и формирую из них верхушку горы. Добавим большую плоскость так, чтобы ее было видно с горы. Она послужит основанием для гор вдалеке. Ставлю гору побольше, размещаю ее вдали. У подножья располагаю модели поменьше. Это необходимо для натурального перехода между горой и плоскостью земли. Используя эту же коллекцию, расселяю крупные камни на первом плане. Копирование одних объектов по другим называется скатеринг. Тут важно выбрать правильный масштаб расселяемых объектов, чтобы они смотрелись гармонично и в масштабе с другими моделями сцены. Добавляем плоскость воды так, чтобы она образовала при соприкосновении с землей интересные водоемы и озера. Добавляю небо с динамическими облаками и солнцем. Настройка освещения – один из интересных этапов. Вращая солнце, можно полностью изменить настроение и атмосферность картинки. Обычно я использую референсы, картинки для вдохновения. В этот раз полет фантазии. И я до конца не знаю, что получится. В процессе я добавляю, удаляю и двигаю ассеты. Смотрю, что выходит, и дальше уже решаю. На первый план добавляю растений. Их нужно размещать участками, так называемыми кластерами. В природе однородного ничего нет, поэтому необходимо добавлять вариации из объектов и их расположения. Решил добавить лавочку на первый план. Чтобы закрыть горизонт и эффект пропасти, нужно добавить еще гор. Я постоянно меняю расположение камеры и объекты относительно друг друга. Так делаются синематики для игр. Просто используется, прорабатывается только то, что попадает в камеру. Добавим полевых цветов, а точнее горных, для придания акцентного цвета и чтобы сделать интереснее первый план. Помним о том, что чем меньше, тем лучше. Если будет мало, можно всегда вернуться и добавить, расселить еще объектов. Решил добавить более детализированную гору на средний план. Гора слева вдалеке выглядит как холм. Заменим ее. Я руководствуюсь правилом от общего к частному. Сначала прорабатываем большими мазками, формируем общую композицию, а только потом детализируем. Лавочка сливается и выглядит неинтересно. Удаляем ее и ставим палатку. На мой взгляд, так намного лучше и интереснее.
решил поставить на передний план хвойные. Нужно решить, какие именно и как их расположить. Добавим блик, чтоб от солнца расходились красивые лучи. Переходим к анимации. Открываем секвенсор. Я выставляю 60 кадров в секунду. Анимируем движение камеры, анимирую движение солнца. На этом этапе свет можно менять, задавая нужное настроение. Добавляем снег. Моя задумка – это создание вариантов погоды – от снежной и грозовой к солнечной и теплой. У растений из мегаскана включаю ветер. Снег не так заметен в темноте, как хотелось бы. Пытаюсь его подсветить, чтобы при этом он смотрелся натурально. Добавим свет в палатке таким образом, чтобы заработало подповерхностное свечение у брезента и чтобы свет попадал на траву рядом с палаткой. Проверяю анимацию, задаю качество и разрешение будущего видео. Запускаю рендер. В DaVinci Resolve выставляю 4К разрешение. Указываю 60 кадров в секунду, добавляю просчитанную анимацию. Остается добавить музыку, звуки природы и отправить на рендер финальное видео. Я реализовал все, что задумывал, насладился процессом и доволен результатом.